Всем доброго времени суток, с вами Анми, и мы с вами продолжаем играть в игру Обесчещенный, именно так она звучит на русском языке. И мы находимся в квартире доктора Гальвани, куда мы зашли по заданию старой ветоши. Это, напомню, это старая леди, которой мы помогли, которая нам дала один из амулетов. И куда нам теперь? Винокурня Данула. Стена света. Так. Так, можем обойти ее опять. Вот эту стену света по переулкам. А можем... У нас еще остался, по-моему, один механизм, который позволяет... Мы можем, кстати, могли выйти, кстати, спокойно снизу, потому что всю охрану мы там усыпили. Кого-то не совсем усыпили. Ой-ой-ой. Так, давайте вернемся к ветоши. По-моему, у нас туда тоже есть задание. Охраны здесь опасаться незачем, потому что ее просто здесь нет. По-моему, всех усыпили здесь. Так, а где ветошь? Да и вообще почему-то нам не показывает, что здесь кто-то есть. Did you handle those bullies like I asked? Chew. Granny has work to do. Нет, значит, я зря сюда прибежал. Видимо, надо нам дальше. Через 103, да? 130. Давайте сходим в винокурню. Сейчас мы сходим, значит, в винокурню. И потом уже... Да, на винокурню. И потом уже решим, куда идти дальше. На вражескую территорию. Ну, спасибо. Да, надо засекать время как-то, потому что прошлая серия очень сильно затянулась, и все потому что... Какая-то информация уже первая у нас появляется про какого-то убийцу. Уж не тот ли это, с которым мы столкнулись? Ух ты! Ух ты! Вот это да! Ой-ой-ой-ой! Вот так да. Ха, я не посмотрел и просто глупо так вышел на ребят. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, они за мной. Я даже не ожидал, я думал, они сюда не пойдут. Так, убегаем. В крайнем случае, их сейчас заведем за стену. Как, вы бежите за мной? Нет? Не хочу я их убивать, хочу также аккуратно усыпить. Поэтому будем действовать более аккуратно. Вот мы и спрятались. Ну, ребята серьезные.
Это не то, что... Это не те, с которыми мы встречались до этого. Ага, все уходит назад. This is the Lord Regent speaking. It is with regret that I announce that my term as Lord Regent has been extended through the month of harvest and potentially beyond. Ну вот, одним меньше. The overseers of the Abbey of the Everyman remain in service. Я вообще не люблю оставлять вот так ни трупы, ни людей. Давайте здесь его бросим, может быть. Хотя я бы лучше, наверное, оттащил его до помойки, но не хочется тратить время. Просто надеюсь, его там крысы не сожрут. Хотя и сожрут, не моя забота. Еще мы нашли усыпляющие дротики. Кстати говоря, как я их пропустил в прошлый раз, я не знаю. А здесь мы можем пройти, кстати, за вторую стену, я так понимаю. И мы это сделаем обязательно, но чуть попозже. Еще раз заходим на винокурню. В этот раз надо быть более внимательным. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Definitely somebody about. Watch it. Ну, может быть, ты отвернешься? Где второй? Они прям стоят, смотрите, как неудачно. Ну, уходить не собираются, я так понимаю, да? Нет, один уходит. Один уходит. А второй не хочет. Ну что я могу сказать? Тогда спокойной ночи. Тогда спокойной ночи. Можно, конечно, поверху обойти, но... Спать, спать. Всем спокойной ночи. Аккуратненько. О-хо-хо. Это как? Ну, неплохо получилось, к сожалению, только один у нас пострадал. Но тут не моя вина, я, как вы видели, стрелял усыпляющим дротиком. Я не знаю, почему он взорвался и загорелся. Куда бы вас спрятать-то, ребята? Давайте вот сюда их, что ли, сложим. Универсальный ключ от винокурни, отлично. То есть, я так понимаю, теперь мы сможем войти в любые двери на этой территории. Но не долетел. Я представляю, вот так он спит. Его... Ну давай! Не хочет он никак. Ну давай, иди сюда. Так и швырять их он. Он встанет, так и голову можно сломать. Но этого я не знаю, стоит ли вообще куда-то тащить. Но давайте тоже оттащим. Жалко, конечно, бедолагу. Не хотел его убивать. Абсолютно. Как видели, все делал для того, чтобы сделать все аккуратно. Везде черепа, везде предостерегающие надписи. Но бояться на самом деле на этой территории стоит только одного человека, это нас. Как бы там ни было, но мы пострашнее будем. У нас две стороны сюда. Так, ну, соответственно, идем пока по метке. Через 30 метров что-то должно быть. Ух. Аккуратненько тогда. Что у нас вот здесь? Ничего, да?
просто. Ну, расходитесь, ребята. Расходитесь. Ой-ой-ой, они вдвоем сюда идут. Это нехорошо. Ну, разойдитесь в разные стороны. Спать. Ой-ой-ой. Я бегу, бегу, бегу. Как же так-то? Почему они все время поворачивают в самый ненужный момент? Не хочу я тебя убивать, но... Ах ты. Увидел меня, да? Ну ладно. На Bottle Street. Ну вот так у нас неудачно получилось, но убивать я его не хочу, поэтому... Придется немножко побегать. Если он выйдет, просто чтобы его здесь и встретить. Нет, не выходит пока что. Боюсь я заходить. Как вы знаете, как вы помните, в прошлый раз я зашел, а они прямо только-только оттуда отходят. Ну давайте, ладно, возвращаться. Пока вроде он не идет. Надеюсь, что он не стоит прям перед дверьми. Мне бы этого крайне не хотелось. Именно так и есть. Аккуратно, аккуратно. Спать. Тогда спать. Ну что ж, пока мы неплохо справляемся. Один труп. С такой толпы, я думаю, что игра нас простит. Мы стараемся быть не жестокими. Хотя это бандиты, может быть, жалеть их абсолютно не стоило, но... Да и вообще, честно говоря, я как-то не любитель стелса. Ух ты, сколько здесь крыс. Но также там очень много всего хорошего. Давайте попробуем так, может быть, их перебить просто. Получится, интересно, или нет? Ну, сдохните вы уже. По-моему, они так не заканчиваются. Такое впечатление, что в игре существует невидимый респаун. Убивай. А как они меня укусить удалось? Убивая одну, появляется еще несколько. То есть, смотрите, мы их бьем, а... Во всяком случае, видимо, так не уменьшается их количество. Хотя нет, вроде бы все лучше и лучше. Ну, вроде бы лучше, да? Давайте попробуем. Да нет, они вроде бы разбежались. Надеюсь, они не съедят наших сонных товарищей. Пошли вон отсюда. Мы все стараемся делать, чтобы крысы не получили распространение. То есть я стараюсь, видите, никого не убивать. Что такое? Судя по звуку, меня кто-то заметил. Хотя это маловероятно, здесь никого не должно было быть. Монтажный инструмент, отлично, медная проволока. И эликсир. А,
Туда можно залезть. Интересно, зачем? Так можно было, видимо, пройти сюда, чтобы не шуметь. Ну, мы достаточно тоже тихо справились, правда, убегали туда-сюда, но в любом случае мы убили одного, всего лишь одного человечка. Так, а эти крыски, видимо, для того, чтобы в них вселяться и туда пробраться. Так, я не понимаю, как нам... А, вот дверь. Хожу кругами и просто ее не вижу. Аккуратненько заходим. Аккуратно заходим. Ага, ловушка. Я не вижу растяжки. Вот видите, ловушка, да, стоит впереди. Растяжки не видно. Заметили нас, что ли? Пока вроде бы нет, пока тихо. Винный квартал. Кому интересно, читаем на паузе. Или пишем потом в комментариях, стоит ли мне читать. Рецепт. Новая запись в дневнике. Ну, видимо, что-то полезное, да, мы нашли. Многовато, многовато их здесь, конечно. Как бы нам... Ага, вот она, растяжка. Вот и растяжка. Минус один. Да почему они взрываются-то? Ух ты, метко попал. А я-то его и не видел. Ну, по-моему, тоже неплохо справились. Главное, что... Ну, опять один у нас, или двое погибли. Двое, да, по-моему, один от взрыва. То есть вот есть которые бандиты, которые просто взрываются. А ты у нас погиб, да? К сожалению, ребята, я не хотел этого абсолютно. Вы знаете, что я безобиден, так скажем. Так. Можно, конечно, было это аккуратнее все сделать, но почему-то мне захотелось побыстрее, побыстрее. Вот к чему это привело. Чего здесь нет, да? Можно было вот так как-то обойти все это дело, не зацепляя всех, кто стоит наверху. Естественно, им бы не пришлось умирать. Ага, вот смотрите, что происходит. Пошли вон! Пошли вон. Еще одна растяжка. Еще одна растяжка впереди.
Так, а по-другому мы, наверное, туда и не пройдем, да? Через верхнюю дверь можно. Так. Как ее обезвреживать? Интересно. А сработало где-то здесь сзади. Ой. Тихо, тихо, спать, 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 спать. Фу, хорошо ты не взорвался. Мне кажется, вот именно вот такие взрываются почему-то. Откуда он прибежал, интересно? Мы же вроде всех зачистили. Все время по привычке нажимаю перезарядку и... А здесь перезарядка это... Это пополнение здоровья. Я уже, наверное, все свои аптечки использовал. А, вот это что такое? Как-то, наверное, можно использовать. Да, руководство по работе с дистиллятором. Руководство по работе. Приладить пустую склянку к крану. Повернуть вентиль. Забрать полную склянку с эликсиром. Повторять, пока дистиллятор не опустеет. Склянки не бить, эликсир не проливать. Не пить. Ну. Заразить поддельный эликсир. Ну, давайте. Наверное, это нужно. Ага. А здесь про партии, да? Кто сколько должен получить? И новая запись в дневнике. Давайте посмотрим. Зайти к старой ветоши за подарком. Смотрите. Заразить чумой поддельный эликсир банды Bottle Street. Зайти к старой... Ну все, в это задание мы, видимо, выполнили. Можем отправляться к старой ветоши и получать у нее за это какой-то очередной подарок. Отлично. Значит, это и надо было просто заразить, да, и все. Хорошо, денежек здесь нет случайно? Денежек, видимо, нет. К сожалению. Тут какие-то монетки немножко раскиданы. К сожалению, с бандой не очень хорошо получилось, как вы видели. Не все остались живы, но... Это уже лучше, лучше, согласитесь, с первыми сериями, когда у меня не получалось не убивать вообще. То есть умирали все, кто с нами встречался. Это было крайне печально. Потому что я старался. Старался, чтобы они не умирали, но они все равно погибали. Собираем все, что можем. Крысиная чума. Кому интересно, читаем на паузе или пишем в комментариях, чтобы на будущее читал я. Так, все, выходим, видимо, отсюда и бежим к старой ветоши. Да посмотрите, все равно они объели, пока мы бегали. Пока мы бегали, все-таки они и второго объели. Ну, крысы. То есть они, видимо, едят всех, кто не спит, смотрите. Они едят именно трупы. Вот все, кого мы усыпили, они также на месте и остались. Они съели два трупа. Так, ну здесь-то мы уже обезвредили ее, так что ничего здесь страшного не будет. Если мы пройдем... Крысы, как я вас не люблю. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой, смотрите, что-то я сглупил-то как. Последний взял и... Nice.
Спи, моя радость. Утаскиваем, утаскиваем его. В уголок. Неужели это проснулись те бандиты, которых я усыплял до этого? Или это новые? Или это новые бандиты уже? А он меня ищет. Где я? Да здесь я, здесь я. А по-моему, это те же, смотрите. Тоже афроамериканец. Спать. Спать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Куда-нибудь сюда надо. Где он? Где он? Только что же здесь был. Куда он делся-то? Давайте обойдем по кругу. Ага, вот он. Спать. Ну что ж, неплохо. Все у нас, всех усыпили. Вот в этот раз мы отлично просто действовали. А вот и про эликсир с черного рынка. Это тоже интересное чтиво, но как я уже говорил, читаем на паузе или пишем мне, на будущее буду читать я. Все, движемся теперь к старой ветоши. Попробуем. Вернее, не попробуем, а наверняка она нам что-то даст. И мы... А мы у нее обязательно что-то возьмем. Потому что в прошлый раз она нам подарила, напомню, амулет. Надеюсь, в этот раз это будет что-то тоже очень-очень ценное. I knew you wouldn't disappoint me. Now I can stroll along the waterfront in peace. And don't think I've forgotten your little gift. Go on upstairs, dear one. Неужели это опять амулет? I told him. Peel it off. Неужели опять амулет? Да, ой, вернее, это руна. Руна, я все время путаю. Руна и амулет, да, это... Руна, спасибо огромное, Ветошь. Ты мне действительно очень-очень помогаешь. И знаете что, мы с вами продолжим обязательно в следующей серии. На эту серию приключений, по-моему, предостаточно. К тому же предыдущая серия у нас затянулась. Спасибо всем, кто меня смотрел. С вами был Анми. И обязательно-обязательно ждем новых серий. Спасибо и пока.